Всем привет еще раз, и хочется сказать, что у нас сегодня с вами особенный вебинар, потому что мы сегодня будем поздравлять лидеров вместе с директорами интернет-проекта Faberlic Online. И, конечно же, от себя мне бы очень хотелось сказать, что каталог был на самом деле сложный, каталог был на самом деле тяжелый, и я вас поздравляю, что вы преодолели самый тяжелый каталог в году. Это по статистике, который год подряд всегда так, и, конечно же, все молодцы и все умнички, кто его выдержал, активно работал, и кто понимал, что дело не в самом человеке, да, а дело именно тут еще и в обстоятельствах, да, и, конечно, огромное прям низкий поклон директорам проекта, которые поддерживали своих новичков, которые шли с ним рука об руку. Низкий поклон новичкам, конечно же, за то, что присоединились к нам в сложный период, в сложное время, да. Но хочется сказать, что все уже позади, и, конечно же, у нас с вами есть и новое звание, и подтвержденное звание, да, на проекте. Конечно же, есть человек, который получил подтверждение премии, то есть человек подтвердился, получил квалификационный бонус, да, и, дорогие коллеги, все у нас с вами здорово, и все у нас с вами будет замечательно. Сейчас, конечно же, только вперед, только совершенствоваться, только, да, только наверх по карьерной лесенке. Самое трудное время, конечно же, позади. И все мы с вами знаем, что самое трудное время для продаж и для построение бизнеса – это, конечно же, лето. А что на земле, что в интернете – это лето. И всегда так было, да? Поэтому мы вами гордимся, то, что вы выдержали какой-либо натиск сложностей, и, конечно же, сегодня мы с вами здесь собрались все вместе. Конечно же, если есть чаты, в которых меня нет, и вы видите, что ваших новичков нет на вебинаре, или ваших директоров нет на вебинаре, зовите всех на вебинар. Время еще есть, время еще предостаточно, чтобы кинуть ссылочку в чат. А вот ссылочка на вход, я ее сейчас вышлю. И, конечно же, пусть приходит порадоваться за себя и за своих коллег, и за своих наставников, что самое-самое классное. Итак, сегодня у нас с вами итоги каталога номер 10. Поехали те же с вами. Разрешите представиться. Меня зовут Анна Кононова. Я нахожусь в звании старший национальный директор. Открыто звание квалификация на международного директора. Сейчас мы на проекте 2,5 года. И за эти 2,5 года мы сумели открыть 15 директорских веток в первом уровне. И, конечно же, более 50 директоров в глубину вместе с нами открылись. И уже очень много у нас есть таких директоров, которые стали драгоценными. И все это за, считайте, всего лишь 2,5 года. Низкий поклон вам всем, кто верит в наш проект, кто остается с нами, кто зарабатывает с нами, кто, как вам даже сказать, кто верит в себя, верит в компанию, верит в свой успех. Конечно же, до того, как прийти в компанию Faberlic, мы были обычной семейной парой, у которой было 2 детей. Да, мы работали. Антон был монтажником-высотником, а я была продавцом, да, перед декретом я была продавцом. Конечно, в итоге 2-летнего сотрудничества с компанией мы стали успешными, драгоценными директорами и входим в состав элиты в компании Faberlic. Вот. И итоги, конечно, каталога номер 10 у нас с вами такие. Вы знаете, вот самое интересное, что у нас с вами кто-то хорошо подрос, а кто-то упал. Вот тут вот, конечно, вот такой вот летний период, когда кто-то растет и не обращает внимания, да, лето не лето, я расту, я буду расти, да, а кто-то думает, ой, лето, поеду, съезжу в отпуск. И, конечно же, у нас с вами такое бывает, что кто-то растет, а кто-то
а немножечко падает. И, конечно, прирост у нас с вами к прошлому году 219%. Мы приросли сами себя не в два раза, да, как вы видите, а намного больше. Конечно, Ириночка, это важно понимать, не стыдно упасть. Вот, поэтому все, кто отдыхал в этом периоде, все, кто недостаточно хорошо работал, не расстраивайтесь, скоро будет сезон и скоро будет все на плаву. Да, те, кто растет, конечно, забыли, что лето, есть отличные директорские заявки за два каталога на 12%, люди вышли, набрали лично 1000 баллов, это просто круто, поверьте, да. Ну и давайте с вами обсудим такую тему, что новичков за каталог пришло 5087 человек. Как вы видите, приток людей не закончился, и его стало еще и больше, чем в прошлом каталоге. И больше не намного. Это в среднем 242 новичка за день. То есть мы с вами уже идем в гору, уже идем в прирост, и причем в очень даже шикарный. Я уже чувствую новые директорские заявки к осени, я уже чувствую новые драгоценные заявки, и это на самом деле так. Я уже даже знаю, кто выйдет директора ближайшие несколько каталогов, кто растет. Очень-очень жду, не буду заранее объявлять таких людей, но буду очень рада поздравить вас всех, конечно же, очень буду рада. И всего у нас с вами по проекту 65606 человек. Это, конечно, вместе с продавцами, вместе с покупателями, вместе с людьми, которые пришли на вариант управления весом в нашей компании, да, которых из них 17341 человек оплатили свои заказы. То есть активность нашей структуры целиком, да, это получается каждый третий-четвертый делает заказ. Это великолепная статистика для проекта, тем более мы знаем, что мы с вами в школе топ-лидерства проводим вебинары, с ним есть ряд огромный прямо ряд видео, где мы вам помогаем, да, расти, сопровождать и так далее. И мы видим, что мы все это делаем не зря, что вы, дорогие топ-лидеры, умнички и умники, потому что на самом деле активность личных, активность групп, да, активность проекта, она не падает. И вот же наши звезды, которые умудрились вырасти, не обратив внимания, да, на самый тяжелый каталог лета, это наши новички по открытым новым уровням. Конечно же, это старший лидер, 12% Елена Клецка, город Беларусь, страна Беларусь, город Витебск. Поздравляем, аплодисменты Леночке, потому что на самом деле Елена у нас трудилась, не покладая рук. Также новая заявка, это старший лидер 12% Жанна Капьен, это Украина, город Днепро. Поздравляем Жанночку. Также у нас новый вице-директор 15%, это 1500 баллов в группе, это Виктория и Сергей Маркевичи, это Беларусь, город Мосты. Молодцы! И также у нас есть старший вице-директор 19%, Татьяна Рябина, Россия, город Урень. Давайте же с вами поздравим, это просто здорово, это просто классно, и, дорогие наши топ-лидеры, добро пожаловать в топ-лидерский чат, мы вас очень-очень ждем в совете директоров, будем рады с вами общаться, да, и будем, конечно же, рады увидеть вас в Москве. Вот, и у нас с вами есть директор, который получил директорскую квалификацию, она равна 55 тысяч рублей, ну, конечно, если брать цены России, да, вот, у нас подтвердилась Елена Прилепина, да, ее выплаты были более 100 тысяч рублей, да, за последний период, потому что она вывела, открыла индивидуальное предпринимательство, поздравляем Леночку с этим, она
получила квалификационный бонус и получила свою основную зарплату. И, конечно, очень приятно, когда директор получает все вместе, все разом, и это более 100 тысяч русских рублей. Конечно же, я думаю, Лена найдет, куда их потратить. Леночка, поздравляем тебя, огромная дорогая. Вот. Ну и, конечно же, сейчас я хочу передать слово следующему спикеру. Это наша директриса с Белоруссии, Олечка Тарасевич. Олечка, принимай эстафету. Всем привет! Я на проекте 2 года, пришла в декретном отпуске. Если кто не знает меня, то я Тарасевич Ольга из Беларуси, из города Минска, мне 35 лет. Зарабатываю в среднем, каталог у меня идет 30 российских тысяч рублей. До декретного я работала в Беларусбанке ведущим специалистом, там стаж у меня 16 лет. Но я выбрала все-таки Фаберлик, хотя у меня есть 2 высших образования, но я поверила в Фаберлик, поверила в себя. Это великолепная возможность и иметь собственный бизнес. Вот, поэтому я осталась в Фаберлике, открыла ИП и успешно веду свою команду за собой. Вот. Ну и, конечно, давайте будем поздравлять. Я поздравляю всех, кто открыл уровень 12% по маркетинг-плану, это товарооборот своей структуры от 1000 баллов и более. Если вдруг назову неверно фамилию, пожалуйста, не обижайтесь, извините. Поздравляю Диану Авдееву, Россия, Валентину Алонская, Россия, Светлана Вагина, Россия, Ирина Бажина, Россия. Тамара Баранова, Россия. Светлана Бачурина, Россия. Евгения Визина, Россия. Татьяна Богатур, Россия. Лилия Бондарчук, Украина. Татьяна Борисевич, Беларусь. Татьяна Букарь, Казахстан. Мария Василенко, Казахстан. Анастасия Волощева, Россия. Дарья Винник, Украина. Оксана Еварняк, Россия. Ксения Златкова, Россия. Не сильно быстро я называю, слайды у вас успевают промотаться. Александра Горбатенко, Россия. Наталья Гритюк, Россия. Оксана Гуцева, Россия. Татьяна Дзиженкова, Россия. Елена Донник, Казахстан. Светлана Дударева, Россия. Залина Дьячкова, Россия. Евгения Елтышова, Казахстан. Роза Емельянова, Россия. Раиля Забайдулина, Россия. Алена Загороднюк, Россия. Елена Заяц, Беларусь. Виктория Зубишина, Россия. Диана Иванова, Россия. Кристина Истомина, Россия. Татьяна Калентьева, Россия. Зоя Камыхина, Россия. Анастасия Каныникина, Россия. Ксения Капустина, Россия. Жанна Качан, Россия. Анастасия Кошляк, Беларусь. Людмила Кирсанова, Беларусь. Екатерина Киселева, Казахстан. Валентина Крючникова, Россия. Ирина Кобелева, Россия. Екатерина Каратупских, Россия. Алексей Кузьмин,
Кузьминский, извините, Россия. Светлана Куклар, Украина. Ольга Куликова, Россия. Надежда Курилова, Россия. Ирина Путина, Россия. Яна Лаврентьева, Россия. Юлия Ланг, Марина Ященко, Россия. Наталья Ларина, Россия. Нателла Лаугман, Россия. Ирина Лебедева, Россия. Елена Лебедева, Россия. Александра Ломакина, Россия. Марина Лукьянова, Россия. Алла Майнусова, Россия. Наталья Малеева, Казахстан. Николай Мальцев, Казахстан. Ольга Маркина, Россия. Инна Мартыненко, Украина. Евгения Межунова, Россия. Ирина Менчикова, Россия. Татьяна Мизгулина, Россия. Наталья Минович, Беларусь. Ирина Мицай, Россия. Ольга Мищенко, Украина. Елена Марданова, Россия. Юлия Матарыкина, Украина. Наталья Мусурина, Россия. Анастасия Мустафаева, Азербайджан. Индира Мухамеджанова, Казахстан. Владимир Нехороших, Россия. Марина Никандрова, Россия. Елена Кучма, Россия. Анастасия Новомейская, Беларусь. Светлана Ольховская, Россия. Инна Остачья, Украина. Наталья Остачук, Россия. Ирина Пархомовская, Россия. Елена Пивоварова, Казахстан. Евгения Пономарева, Украина. Татьяна Пономарева, Казахстан. Татьяна Потапова, Россия. Марина Пателицына, Россия. Вита Примак, Украина. Наталья Приходченко, Казахстан. Татьяна Романова, Россия. Алена Рубцова, Россия. Ольга Рубцова, Беларусь. Рашида Самотканова, Россия. Галина Сгибнева, Россия. Анастасия Семенова, Россия. Лариса Сердюцкая, Россия. Ксения Сидоренко, Россия. Анна Скопина, Россия. Наталья Смирнова, Россия. Ирина Спица, Украина. Татьяна Скринчак, Украина. Игорь Стахов, Украина. Миляуша Султанова, Россия. Марина Суркова, Россия. Вероника Сурыгина, Россия. Наталья Сырыстя, Беларусь. Тулябекова Айгуль, Кыргызстан. Анастасия Устинова, Россия. Наиля Файзерахманова, Россия. Екатерина Пандюкова, Россия. Галина Фистина, Россия. Наталья Фафанова, Россия. Алира Хамитова, Россия. Людмила Харькова, Россия. Любовь Черкасова, Россия. Лейсан Шарипова, Россия. Рима Шевченко, Россия. Елена Шелест, Украина. Ольга Шелихова, Беларусь. Екатерина Шуст, Россия. Елена Шишакова, Казахстан. Ирина Щетникова, Россия. Альбина Юланова, Россия.
Светлана Яковлева, Кыргызстан. Яна Яковлева, Россия. Евгения Ецкова, Россия. Вот на этом заканчиваются наши топ-лидеры. Это все наши будущие директора. Всем желаю России. Верьте в себя, поддерживайте свою команду. Ну и передаю, конечно, дальше слово. Это следующий спикер, Ольга Пенина. Олечка, подключайтесь. Все, я подключилась. Толя, можешь заходить. Добрый вечер, дорогие коллеги. Для меня сегодня огромная честь поздравлять вице-директоров нашего проекта компании «Фаберлик». Меня зовут Пенина Ольга, мне 42 года. На проекте я чуть меньше года, скоро будет моя годовщина. Опыт у меня предпринимателя уже 10 лет, поэтому пришла я в Фаберлик очень осознанно, на результат, с целью достичь больших результатов здесь. Мне, как я уже сказала, 42 года. Недавно я стала молодой бабушкой. Моей внучке любимой 3-4 месяц идет. Наслаждаюсь таким чувством новым для себя. Не знаю, это трепетное чувство, поэтому еще хочется больше работать, еще хочется других больших результатов, потому что понимаю, что внучка была раньше дочка мой мотиватор, а теперь маленькая девочка появилась в нашей семье, это огромный мотиватор. Самое главное, что в этом месте, где я сейчас пребываю, в компании «Фаберлик», в проекте «Фаберлик онлайн», я точно знаю, что достичь можно любых результатов. Я перехожу к поздравлениям наших вице-директоров. Это те люди, которые группой, товарооборот по группе составляет 1500 баллов. Это уже хорошая заявка, это середина пути до уровня директора. И я думаю, что они легко ее, как раз вот Аня сегодня говорила, да, лето уже практически у нас, смотрите, сегодня 19 июля заканчивается, скоро у нас будет сезон больших продаж. И это та ступень, когда можно стартануть еще быстрее и выйти на уровень директора успешно. Доход уже такие люди получают примерно 13500 на команду. Вот, уже хорошая заявочка. Многие лидеры открывают расчетный счет в банке, и деньги уже перечисляются каждый месяц, им уже идет доход за каждые 3 недели. Итак, давайте будем поздравлять наших новых и подтвержденных вице-директоров нашего проекта. Это Разделя Ананьева, Россия. Маргарита Балакина, Россия. Марина Банман, Россия. Лариса Бойко, Украина. Людмила Брайм, Украина. Галина Гайсина, Россия. Светлана Ганиева, Казахстан. Марина Дроздова, Казахстан. Ольга Дубинич, Россия. Ольга Дьяченко, Казахстан. Марина Есюнина, Россия. Ирина Игнатова, Казахстан. Смотрите, сколько лидеров с Казахстана у нас, да? Антонина Камаликова, Россия. Татьяна Князева, Украина. Наталья Копытова, Россия. Татьяна Кривенко, Россия. Алена Кучма, Россия. Юлия Левашова, Россия. Галина Лубинская, Россия. Ирина Музычук, Казахстан. Эльвира Мустаева, Россия. Ирина Мясникова, Россия. Коллеги, если я вдруг чью-то фамилию нечаянно, неправильно поставила ударение, вы уж меня, пожалуйста, простите. Ольга
Ольга Назарова, Казахстан. Елизавета Наконечникова, Россия. Елена Нурмагомбетова, Россия. Оксана Парамонова, Россия. Ирина Фадзолкина, Россия. Мой лидер, успеха тебе желаю, Ирочка. Елена Привалова, Россия. Татьяна Протасова, Россия. Ольга Пухова, Россия. Марина Русевич, Беларусь. Ирина Рыбникова, Россия. Елена Рипалова, Россия. Акнур Сапарбаева, Казахстан. Марина Сачек, Россия. Галина Зибнева, Россия. Поздравляю, девочки, вы такие молодцы. Кристина Сердечная, Россия. Анна Сусаренко. Сусаренко, правильно, Россия. Людмила Соколовская, Россия. Евгения Сосова, Казахстан. Нина Усванова, Россия. Ирина Устинова, Россия. Анна Ушакова, Украина. Вера Фирсова, Россия. Ирина и Игорь Фроловы, Россия. На нашем проекте, как вы заметили, очень семейных пар много, и это очень радует. Ольга Ханжина, Россия. Любовь Хутная, Беларусь. Сергей Хяникяйнен. Господи, прости меня, пожалуйста, Сергей, если я испортила твою фамилию. Людмила Черкасова, Украина. Елена Шабанова, Россия. Лев Шалагин, Казахстан. Виктория Шевченко, Украина. Юлия Шереметьева, Россия. Виктория Шпегель, Украина. Марина Шубина, Россия. Светлана Шулакова, Россия. Ирина Шумакова, Россия. Анастасия Юшко, Россия. Я поздравляю всех вице-директоров. Желаю вам скорейшего преодолеть эту ступеньку, перепрыгнуть через 19%, забыть про то, что есть 19, и скорее выйти на 23%, открыть кандидатов в директора. Мы ждем вас в директорской команде с распростертыми объятиями. Желаю всем роста, везения, вдохновения. А сейчас я передаю слово следующему спикеру. Это наш старший директор. Валечка Щенникова. Валюш, принимай эстафету, она будет поздравлять следующих лидеров. Слышите? Видно, слышно? Да, отлично. Спасибо за такое приглашение. Прекрасно. Так, я сама настроила. Ну, немножко о себе. Мне дали всего 2 минуты, это так мало, чтобы рассказать о себе и поблагодарить всех, кто принимал участие в том, что мы стали старшими директорами. Огромное спасибо моей команде, которая меня всегда поддерживает, и своим наставникам, основателям этого проекта, Кононовым, семье Кононов. Коле точно так же спасибо большое. Ну, немного о себе. Ребят, стаж предпринимательства 16 лет. Может быть, с кем-то это будет, ну, параллельно, да, такая же история. В Фаберлик я пришла с 1 октября 2016 года. То есть у меня еще нет даже года, как мы работаем здесь. Средний доход в месяц 83 тысячи рублей. В принципе, это, ну, я не знаю, на мой взгляд, очень достойный доход. Получается, в каталоге где-то 53-56 тысяч всегда есть живых денег, да? ИП у нас открыто уже давно, поэтому мы знаем, как здесь работать, и что 6% это гораздо меньше, чем 13%.
Вот. Прежде чем стать ИП, я работала методистом-психологом в Гороно. Это была моя последняя работа, с которой я благополучно ушла в декрет, а потом уже и не вышла на работу вовсе. Стала работать только на себя в сетевом маркетинге. Вот. Сегодня мне предстоит такая большая честь поздравлять вице-директоров 19-процентников. Вы знаете, это 2000 баллов, это огромный, ну, на мой взгляд, уже такой, знаете, большой, хороший уровень. Но я вам честно скажу, я люблю 19-процентников, всего два каталога. Дальше, после двух каталогов, я их начинаю просто глубоко уважать. После еще двух каталогов я начинаю их просто уважать. А когда проходит еще два каталога, я начинаю немножко нервничать. Сами понимаете, почему, да? Потому что с огромной любовью ты ждешь этих людей в звании директора. И вот чтобы выйти, чтобы им аплодировать, чтобы настолько вдохновляться, да, вот их победами. Ты же ждешь, а у тебя же это ждун твой, он же заканчивает когда-то энергию. Так вот, если вы сейчас находитесь 19-процентниками, да, я вам рекомендую приобрести очень интересный журнал. Он как бы не совсем такой, что всегда о нем говорят, но этот журнал помог мне, ребят, может быть, он поможет и вам. Правда, я его купила год почти назад, то есть 1 октября. Вот с этого журнала началась история, вот именно моя. Запишите код 9772, он есть у нас в бизнес-аксессуарах, называется «Фаберлик». Спецвыпуск 2016 год, в черной оболочке, девочки и мальчики. Вот обалденный журнал. И на первой странице, когда вы открываете, первая или вторая, идет вот такой вот список, всем, я думаю, видно. И на первой, на совсем первой страничке рейтинг драгоценных директоров. Стоят Кононовы. Вот если вы заметите, вы знаете, это такая мотивация, когда ты видишь своих наставников и можешь о них сказать, что «О, вот это вот действительно, Аня, ты, может быть, не знала, что ты здесь есть». Но на первых страничках тут люди стоят, у которых групповой объем продаж по приросту первой линии. Они занимают первое место. Дальше в этом журнале вам расскажут о том, какой план успеха. Если кто-то не знает, да, там, может быть, вы не видели... Как стать золотым директором, там, старшим золотым, там, разными, да, там, директорами. Пожалуйста, здесь есть план успеха. Может быть, вам понравится, как работать в интернете, и здесь делятся своими советами именно те лидеры, которые в интернете работают. Это не наш проект, но тем не менее, там можно взять очень много интересного материала. Это для тех, кто работает уже серьезно, то есть для тех людей, которые являются 19-процентниками. Итак, ребята, мы вас будем любить целых два каталога. Давайте договоримся, что если в этот раз вы есть сейчас на слайде, а вы наверняка здесь есть 74 человека, вот если вы через два каталога вновь будете здесь, это нас расстроит немножко, но мы еще будем вас глубоко уважать. Дальше вы знаете, да, чем все будет заканчиваться. Мы вас ждем всех на директорстве. Итак, если тоже где-то ошибусь, ребят, ну, пожалуйста, с фамилией. Если я ошибаюсь в вашей фамилии, значит, супер, у вас рост должен быть вдвойне быстрее быть. Если сейчас есть 19-процентники, пожалуйста, поставьте плюсики, что вы здесь есть, и мы вас здесь видим. Ребята, если вы пишете поздравления, если вы пишете что-нибудь в чат, это вам в карму плюсом. Потому что на самом деле, если человек рад за другого человека, то, скорее всего, и он достигнет быстро нового звания. Поэтому итак, начинаем. Переходим к нашим замечательным старшим вице-директорам. И поздравляем. Вот знаете, правда, сразу скажу, вот Ане Абдулиной просто повезло. Фамилия на А, да? А те, кто на букву Щ, как я, то всегда в конце. Поэтому Анна Абдулина, начинаем с вас, поздравляем. Россия. Ольга Абтаева, Россия. Наталья Анисимова, Россия. Сколько людей с детьми? Татьяна Арнс, Россия. Елена Волонаева, и на машинах тоже, заметьте, Россия. Ольга Бирюкова, Россия. Екатерина Ваганова, Россия. А мы в чатах пишем, что мы их поздравляем, да? Ольга Васильева, Россия. Людмила Виноградова, Россия. Уже не один каталог я ее замечаю. Юлия Витальева, Россия. Город Ессентуки, ребята, это мой регион, поэтому просто отмечу. Юля, ждем в директорах однозначно. Зина Войткова, Россия.
Екатерина Дизима, Россия. Елена Гилева, Россия. Ольга Голованова, Украина. Елена Гончарова, Беларусь. Вот такое разнообразие идет. Диана Гумерова, Россия. Ольга Демченко, Россия. Краснодар тоже недалеко. Привет Краснодару. Светлана Дикусар, Украина. Наталья Долотова, Россия. Посмотрите на их глаза, посмотрите на семейные пары. У них совсем другой взгляд, ребята. Кристина Дорогой, Россия. Светлана Дубенецкая, Украина. Светлана Дударева, Россия. Елена Дюкре, Россия. Анастасия Егорова, Россия. Светлана Елкина, Россия. Смотрите, какая география. Елена Жмак, Казахстан. Расима Загирова, Россия. Виталий Зюзин, мужчина вообще поклон. Что не жена первая пришла, а муж. Россия. Людмила Иванова, Украина. Ирина Исмагулова, Казахстан. Анастасия Казанова, Россия. Юлия Карасева, Россия. Куаныш Карымсакова, Казахстан. Ульяна Кириллова, Россия. Валерия Киселева, Беларусь. Александра Компесенко, Россия. Владимир Конзин, Россия. Мужчина. Ура, ура. Елена Корнева, Киргизия. Ура, Киргизия у нас появилась. Елена Коробейникова, Россия. Олеся Кузьмина, Россия. Маргарита Курова, Россия. И опять с детками все. Людмила Ладная, Россия. Ольга Лапченкова, Россия. Юлия Латыпова, Россия. Ольга Ложкина, Россия. Ирина Максиян, Россия. Марина Мальцева-Близнецова, Украина. И город-то какой, счастье. Мариночка, счастье и быстрого продвижения вперед. Елена Мелихова, Россия. Екатерина Микса, и опять с детьми, Россия. Юлия Минец, Украина. Наталья Никульникова, Россия. И всем поздравления, и в чате все вас, кто вас поздравляет. Кто поздравляет много, тому много денег надо и быстрого роста. Гульнас Нарыева, Россия. Светлана Павлова, Россия. Вот ты какой. Екатерина Панина, Россия. Татьяна Петрага, Беларусь. Людмила Саханская, Россия. Ну, девочки, одна про себе и другой. Ольга Симушина, Россия. Евгения Сергеева, Россия. Алина Сергеева, Россия. Ирина Сигида, Украина. Елена Соколова, Россия. Марина Соловьева, Россия. Олеся Соляк, Россия. Светлана Спасина, Россия. Ирина Тихонова, Украина. Ольга То, Россия. Моя Марина Филатова, отличная девочка. Мариночка, желаю тебе дальнейшего роста и завтра, надеюсь, встретиться в Ставрополе. Россия. Людмила Филоненко, Россия. Ольга Чернова, Россия. Ирина Шагина, Россия. Миляуша Шарипова, Россия. Татьяна Шиндина, Россия. Алена Шолохова, Россия. Вот все наши претенденты стали директорами максимум через два каталога. Помните, да? Ребята, все, кто писал... Те, кто писал в чатах поздравления и поздравляю, и радовались за всех, ребята, всем плюс 100 в карму. И сейчас я приглашаю следующего человека, который будет представлять директоров 23%. Ну, директоров, честно скажу, я люблю их всегда. Прям как бы они не были директорами, я их люблю всегда. Поэтому, ребята, сейчас перед вами будет выступать директор Юлия Маклякова, семейная пара, но сейчас Юлечка у нас всегда выступает лучше всех. Поэтому мне нравится, Юлечка, тебе передача микрофона. Юля у нас просто потрясающий спикер-оратор, особенно она хорошо рассказывает о продукте, мне очень нравится. Юля?
спасибо большое, Валентина, за такое представление. Здравствуйте всем, очень приятно всех видеть сегодня здесь, на нашем вебинаре. Кто меня не знает, меня зовут Юлия Маклякова. В проекте мы с мужем Виталием трудимся, сотрудничаем с компанией «Faberlic» уже год. Мы находимся в закрытом звании директора на проекте. Мы с Виталиком живем на юге России, в городе Владикавказ. У нас двое прекрасных детей, мальчик и девочка. Что еще? Мне 41 год. До компании «Faberlic», до проекта, чем мы занимались? Мы занимались очень многим. Мы были в таком поиске. И в итоге пришли к такому мнению, что нам нужен свой бизнес. Мы больше не хотим, мы устали на кого-то работать, мы больше не хотим на кого работать, мы хотим свой бизнес. И находились в таком поиске активном. Искали. И тут случайно совершенно узнали о возможностях сетевых компаний. Подумали, рассмотрели все, поняли, что это действительно очень выгодно. Не нужно влазить в кредиты для того, чтобы открыть свой бизнес. И решили, все осознанно сделали свой выбор и стали сотрудничать с компанией «Faberlic». То есть компания «Faberlic» мы пришли осознанно. Когда мы приняли такое решение, что мы будем сотрудничать именно с компанией «Faberlic», мы решили, что найдем самый лучший проект в компании. И мы его активно искали, мы перелопатили с мужем весь интернет и нашли такой проект «Faberlic Online». Недолго думая, мы зарегистрировались. И все же нас в первые дни немножко ело сомнение, а все-таки правильный ли выбор мы сделали. И буквально на следующий день после нашей регистрации приезжает Аня Кононова с ассамблеи в Москве и рассказывает, что их поздравляли как самую быстро растущую структуру в компании «Faberlic». И мы поняли, что мы в правильном месте, в нужное время, в нужном месте. Так что я вас тоже, всех, кто сегодня находится здесь на проекте, поздравляю с тем, что вы находитесь действительно в самом быстрорастущем проекте. У нас шикарное обучение. Да, как раз в этом журнале и писали, Валентина. Да, мы тоже тогда этот журнал получили и всем его показывали с большим удовольствием. Вот, это было подтверждение того, что мы сделали правильный выбор когда-то, и очень до сих пор не пожалели и не пожалеем, я уверена. Вот, ну, что еще хотела сказать. В принципе, самое главное, я хочу поблагодарить свою команду. Я очень люблю девочек. Очень открытые, трудяги, молодцы, большое вам, огромное вам спасибо, что вы с нами, вот, мы вами очень гордимся, и очень гордимся своими наставниками, действительно, Виталик, Аня, Дона, Кононовыми, и вообще гордимся всеми основателями проекта, то, что делают основатели проекта для нас, ну, это вообще неоценимо, и то, что делает Николай Андрейко и Татьяна Сафонова. Вот. Ну что ж, я с радостью поздравлю директоров нашего проекта, которых любит очень Валентина. Мне повезло сегодня поздравлять директоров. Вот. Ну, начнем. Так. Директора. Товарооборот, структур которых составляет минимум 3000 баллов. Нигара Абдурахманова, Таджикистан. Ольга Амелина, Россия. Татьяна Андреева, Россия. Ирина Архангельская, Россия. Светлана Острелина, Казахстан. Анна Бабий, Россия. Татьяна Белич, Россия. Надежда Александр Билик, Россия. Ирина Бабкова, Россия.
Ирина Богородская, Россия. Елена Бондарь, Украина. Ольга Буланова, Россия. Галина Батлина, Россия. Олеся Войтенко, Казахстан. Анна Габанкаева, Казахстан. Татьяна Гартингер, Россия. Арминуя Гаспарян, Россия. Алена Гридина, Украина. Каролина Денисюк, Украина. Татьяна Драгунова-Родионова, Россия. Дарья Забелина, Россия. Анна Зарубина, Россия. Мария Зелик, Россия. Марина Иваненко, Казахстан. Камила Идрисова, Казахстан. Юлия Казанская, Россия. Молодцы девочки все. Екатерина Каташинская, Украина. Татьяна Киселькова, Россия. Светлана Кривачева, Россия. Оксана Комарова, Россия. Юрий и Ольга Корнеева, Россия. Наталья Корчагина, Казахстан. Юлия Круглова, Россия. Оксана Крисенко, Казахстан. Это мы, Юлия Виталия Макрикова, Россия. Александра Мащенко, Украина. Владимир Овчаренко, Россия. Екатерина Павленко, Россия. Ольга Пенина, Россия. Сегодня с нами Оля была. Уже. Ирина Попова, Казахстан. Елена Прилепина, Россия. Наталья Прокопьева, Россия. Евгения Путинцева, Россия. Виктория Рассказова, Россия. Евгения Решко, Украина. Мария Сакулина, Россия. Альфия Сафина, Россия. Елена Сидоренкова, Россия. Екатерина Селиверстова, Беларусь. Оксана Скачкова, Россия. Ольга Тарасевич, Беларусь. Жанна Тарасова, Россия. Майя Тонконогова, Россия. Екатерина Тур, Беларусь. Лилия Хатмулина, Россия. Юлия Хлебникова, Россия. Екатерина Цапкина, Россия. Алина Шаланина, Россия. Татьяна Шалобродова, Россия. Оксана Шамшина, Россия. Лена Шевчук, Россия. Оксана Шеремета, Украина. Анастасия Шиянова, Россия. Фарух Юсупов, Таджикистан. Татьяна Арапова, Россия. Галина Асаулова, Россия. Ой, простите, Асаулова. Марина Беда, Россия. Оксана Милентьева, Россия. Наталья Порфирьева, Россия. Ольга Пчельникова, Россия. И Ирина Ревенок, Россия. А теперь я поздравляю всех директоров. Желаю вам скорейшего роста. На этом уровне тоже засиживаться не нужно, так же, как и на 19%. Вот, нужно идти дальше, нужно идти вперед, тем более у нас скоро начнется сезон роста, да, сезон роста начнется и продолжится у нас до мая. У нас есть чуть меньше года, можно сказать, почти целый год, чтобы поработать, чтобы вырасти еще дальше и зарабатывать еще больше. Всем желаю удачи, счастья и передаю слово опять Анне Кононовой, старшему национальному директору. Так, Аня. Я тут, только почему-то у меня камера не хочет работать. Минутку. Ничего, мы подождем. Конечно, от осенью ждем от всех новых званий. Во, все замечательно.
Я вообще от всех участников проекта. Все, я ухожу. Приятно было с вами. Ну что ж, в первую очередь спасибо всем спикерам сегодняшнего проекта. Низкий поклон Валентине Щенниковой, внесла прям креатив сегодня в наш вебинар. А, да, задала темп роста 19% лидерам, и это, конечно, правильно. Конечно, есть разница, получать по 23% или по 19%. Конечно, выплаты абсолютно другие, и у самих 19% лидеров, конечно же, есть стимул. И вы знаете, раз мы сегодня, у нас такой вебинар получился из воспоминаний. Да, на самом деле мы, когда ездили на прошлую ассамблею Фаберлик, нас объявили, что мы номер один по росту. И, конечно, это было просто невероятно круто. Мы сами не ожидали от себя такой прыти. И на тот момент мы были шокированы. И, конечно, 2,5 года начиналось все именно с серебряного директора Татьяны Сафроновой, с Николая Андрейко, тогда он был старшим директором, и с меня, да, то есть я только вот пришла тогда еще вот на проект, и мы начали создавать вот это вот обучение, какие-то материалы для роста, да, то есть начали простилать дорогу для наших новичков, для наших будущих директоров, прям простилали дорогу, старались, работали, не покладая рук. И вот вы знаете, когда сегодня перечисляли директоров, вице-директоров, я понимаю, что нас с вами сотни, да, нас с вами сотни, и сейчас я объявлю драгоценных директоров, да, то есть старших директоров, и вы знаете, вот это все буквально происходило за 2,5 года на моих глазах, и обернувшись назад, я понимаю, что мы очень хорошо работали, мы выкладывались на 100%, и наша система для работы, она не только работает, она еще и дублицируема, раз нас могут повторить все, кто присоединяется на наш проект. Поэтому я вас поздравляю с тем, что мы в самой лучшей компании и в самом лучшем проекте. На самом деле за 2 года у нас с вами открылось более 160 директоров, хотя у нас, когда я пришла, да, Татьяна Сафронова была серебряным, у Татьяны было 2 директора, да, это Ольга Повстина, Николай Андрейко, и все, было всего 3 директора на проекте, а сейчас за 2,5 года их более 160, и это просто круто. Итак, дорогие старшие директора, я хочу вас поздравить, это товарооборот от 5000 баллов, и это уже серьезная заявка на крупные выплаты. Итак, это Юлия Андрейко, Украина. Это Ольга Васильева, Россия. Это Олеся Владимирова, Россия. Это Жанетта Вяткина, Казахстан. Александра Гаранжа, Украина. Татьяна Гусева, Россия. Евгений Зиновьев, они работают вместе с женой, поэтому жену тоже поздравляю, Леночку. Татьяна Лебедева, Россия. Нина Маркина, Россия. Любовь Медведева, Россия. Марина Михейкина, Россия. Ирина Николаева, Россия. Елена Потанина, видеограф нашего проекта, именно ее роликами мы рекрутируем, поэтому Леночке отдельный низкий поклон, потому что именно Леночка выкладывается на, прямо вот, вы знаете, кто-то очень много ведет вебинаров, да, вот, допустим, как Оля Пенина, Ольга Дубяга, они выкладываются на все 100 вот именно в этом плане. Леночка же делает для нас такую, грубо говоря, незаметную работу, никто не знает, чьим голосом, чьего диктора сняты ролики, кто это все монтирует, да, кто это все для нас делает. Так вот, это наша Леночка Потанина, старший директор Кыргызстан. Давайте же ей, так как она совмещает и воспитание маленького ребеночка, она очень хорошо растет самостоятельно и, конечно же, еще выделяет время для того, чтобы уделить его всем и всем поделиться тем, что она умеет, причем абсолютно безвозмездно. Вот наш видеограф нашего проекта, Леночка Потанина.
Наталья Полякова, Россия. Юлия Потапенко, Беларусь. Галина Селитренникова, Россия. Галина Станкова, Россия. Валентина Щенникова, Россия. Наш старший директор, который сегодня проводила вебинар вместе с нами. Оксана Анайко, старший директор, Украина. Любовь Афимьина, Россия. Юлия Белоусова, Украина. Валентина Веселова, Россия. Анна Вилкова, Россия. Татьяна Даянова, Россия. Ольга и Александр Дубяги. Это уже Олечка, грубо говоря, уже прям мамочка нашего проекта, потому что именно Олечка составляет все письма для нашего проекта, все видеоролики для нашего проекта. Да, очень много Оля вкладывает в проект. И, конечно, Олечка, низкий тебе поклон. Ты, вы знаете, вот... Были случаи, были моменты, когда мне одной было очень сложно. И вы знаете, вот тот момент мне помогла первая, только Оля. Только Оля, и с неё наш интернет-проект стал более качественным, потому что с Олей мы разделили видеоролики, с Олей мы разделили вебинары, и мне стало проще смотреть, чего не хватает на проекте, и совершенствоваться. Именно Оля взяла на себя часть груза, и Олечка прям мне очень хочется уже прям поздравить, и чтобы ее выделить обязательно. Это просто невероятно добрая девушка. Екатерина Зубенко, Россия. Лейла Калашникова, Украина. Юля Карабанова, Россия. Анастасия Мазур, Россия. Людмила Матвеева, Россия. Да, ее муж Саша Дубяга тоже очень активно работает, да, всегда приходит на помощь, на самом деле, да. Мария Назарова, Россия. Ольга Повстина, Россия. Ой, Украина, простите. Татьяна Прокудина, Казахстан. Маргарита Реброва, Россия. Оксана Рущак, Украина. Валентина Скоморохова, Россия. Любовь Смирнова, Россия. Екатерина Созеева, Россия. Екатерина Соцкая, Россия. Вера Тыщенко, Казахстан. Анастасия Цыганова, Россия. Надежда Чертулова, Россия. И пошли у нас с вами серебряные директора. Кто такие серебряные директора? Это две директорские веточки. Серебряные директора – это те люди, которые помогли двум директорам подняться на уровень 3000 баллов. Итак, встречаем. Анна Атамась, Украина. Старшие директора Альфия и Азамат Ахмедзяновы. Ну все, накаркали вам серебро, дорогая семейная пара. Итак, Дарья Пахильчук, Россия. Дашенька у нас с вами ежекаталожно трудится и снимает обзоры по каталогу. Все уже, наверное, привыкли к Дашиному голосу. Так вот, это наша тоже звездочка. Дашенька, спасибо тебе огромное за помощь и за твой ежекаталожный труд. Татьяна Русакова, Беларусь. Татьяна Федосеева, Россия. Владимир Кипин, Россия. Ирина Тихонова, Россия. И пошли у нас с вами золотые директора. Кто такие золотые директора? Это три директорские ветки. Золотые директора уже до такой степени много трудятся и работают, что они помогли трем директорам стать успешными людьми. Это Виктория Карапина, Россия. Инна Ткаченко, ой, Ирина Ткаченко, Ириш, прости, виделись с Ириночкой в Москве, вместе гуляли, вот почему-то переделала ее имя нечаянно, Казахстан, Наталья Уткина, Россия, и пошли у нас с вами рубиновые директора, а кто мне ответит на вопрос, сколько у рубинового директора директоров первой линии?
4. Молодцы, умнички, замечательно. Райхана Абдурахмонова, Таджикистан. Ольга Воробец, Украина. Евгения Клочкова, Россия. Снежана Лоскутова, Россия. Татьяна Сафронова и Сергей Попирайко, Украина. Семейная пара. Итак, на нашем проекте есть и бриллиантовые директора. Это 6 директорских веточек, 6 целых 6 успешных людей смогли вырастить бриллиантовые директора. Это Валентина Захарова, Татьяна и Александр Распоповы, Россия. И у нас есть с вами основатель проекта, который занимает статус национального директора. Колечка, мы тебя поздравляем. Это Николай Андрейко, город Украина. И я нахожусь в открытом звании международного директора. Как-то, не знаю, неестественно мне себя поздравлять, но у меня получилось так же, как и с семьей Макликовых. Я сама себя поздравляю. Старшего национального директора мы подтвердили за 2 года. И вот у нас открыто звание, заявка, да, квалификация на международного директора. Надеемся, подтвердим. Вот. Да, это Антон и Анна Кононовы. Мы работаем с мужем вдвоем. Ну что ж, дорогие коллеги, вот наши поздравлялки подошли к концу. И, конечно, за 2 года сотни новых директорских заявок, и не только простых, но и драгоценных, старших директоров. И вы знаете, мы вами всеми очень гордимся. И хотим сказать вам, и, конечно же, каждый директор вам говорит, я сейчас говорю вам за всех директоров и драгоценных, и с уровня 3000 баллов, что, в принципе, даже за всех наставников, что мы вам благодарны именно в первую очередь за веру в себя, в свой успех. И это очень-очень важно. Почему важно? Потому что если вы в себя будете верить, вы будете привлекать таких же успешных людей в свой бизнес, и вы будете вместе расти рука об руку. Спасибо вам за веру в проект, спасибо вам за веру в компанию, и, конечно же, спасибо вам за то, как вы классно умеете мотивировать своих лидеров, раз вы растете и раз мы вас поздравляем, значит, вы делаете это всегда на высшем уровне. Всем ура-ура! Я вас поздравляю! Самый сложный каталог этого периода закончен, и это замечательно. Этого года, простите, да. Всем пока-пока, и ждем вас на обучении, да. Хлоп-хлоп, хлопушки, да, вот не хватает, так шампанское шлюп открыть, да. Да, всем желаю дальнейшего роста, и, конечно же, всех топ-лидеров совета, всех топ-лидеров проекта очень ждем в директорах, в директорском совете. Будем рады вас там принять и обучить. Бу-бух! Ну что ж, всем до свидания. Спасибо, что пришли.